Привет всем любителям инди-хоррор игр, с вами Лего Юрчик. Мы продолжаем проходить игру Dead Park или Парк Смерти. Я хотел записать Лего Пират Карибского моря, но я вспомнил, что я не посмотрел второй фильм, а мне нужно его посмотреть, как бы, поэтому я не могу пока что Лего Пират Карибского моря продолжить. И еще, у меня, кстати, почти 1000 подписчиков, мне эта вкладка сообщества прям нужна, прям давайте добьем 1000 подписчиков, потому что мне уже надоело говорить всю информацию в видео, это как-то неправильно, нужно видео вот лишнего не говорить, но я как бы ничего не могу с собой поделать. Так, давайте продолжим, мне Всеволод Гусев опять подсказал в прошлой серии, опять тупил, блин, жестко и не мог сделать то, что я сделал, блин. Сейчас скажу, что надо было сделать. Так вот, нужно было что сделать? Нужно было просто спрятаться. Нужно было просто спрятаться в этом. Как оно? Ну, в этом, блин. Забыл уже, как называется. В ящике. Ой, не в ящике, а в этом. В шкафу, короче. Там нужно, блядь, да что ты делаешь? Ой, дебил. Ладно. И, кстати, давно видео не выходило, и я вам скажу почему. Это потому что я как бы в школе учился. У меня каждый, кстати, почти каждый день 7 уроков, потому что у меня школа... я в субботу не учусь, пятидневка, поэтому много уроков, я учусь в 8 классе. Вот поэтому. Давно не было видео. Да выходи уже, достал, блин. Еще дурак, что ли? Уходи давай. Да. Так вот, нужно было спрятаться, пока этот клоун приходит, нужно было спрятаться в том самом, в этом, в шкафу, короче, я уже говорил вам. Там нужно было все-таки спрятаться. Так, где я уже заблудился? Вот. Так, короче, делаем, где, блядь. Так, где шкаф? Вот шкаф, да, прячься. Фу, вот, спасибо, Всеволгусев. Спасибо. Во, пришел, мразь. Теперь вали давай. Вали, получится, надеюсь. Куда пошел? Ты нахер туда-то пошел, дурень. Ой, дурак. Зачем туда надо было идти тебе? Зачем? Пошел бы обратно в подвал. Зачем ты пошел туда? Скажи мне, как тебе там? Я знаю, что заперто. Так, давай быстрее, пожалуйста. Открой, проходи. Так. Где сохранение? Мне нужно сохранение, пока меня робот не убил. Пожалуйста, дайте мне сохранение. Блин. Где тут сохранение? Где робот, кстати? Ой, блин, робот. Клоун! Да что ж я туплю? Робот какой-то. Несу какую-то дичь. Какой робот? Так, клоун. Нету. Так. Нету. Блин. А! Так. Давай, быстрее, там сохранение, вот, кстати, сохранение, ребят. Давай, быстрее, сохраняйся, дурень. Сохраняйся. Блин. Исчерпан лимит, а у меня нет интернета. Плохо, не могу сохраниться. А куда идти, кстати? Найдите лом в подвале. Да к черту, какой лом в подвале, блин? Я в подвале был уже. Бляха, муха! Я был в подвале, уже там нету лома. Бляха, муха! То есть, получается, эта дверь была обратно. Мне не нужно было туда нихера идти. Мне нужно найти лом в подвале, получается, да? Правильно я понимаю? Лом, сука, в подвале. Что за ересь, а? Ну это уже слишком, да уж. Какой нахрен лом? Где он? Где лом? Где он? Блин, ну вы что? Ну, блин. Ну вы что? Так, это что? Ай, ну блин, меня раздражает это. Раздражает. Очень раздражает, ребят. Прям максимально. Я не знаю. Я ничего не знаю. Все. Что делать? Где найти лом? Вот где лом? Вот как вы думаете, где лом? Где он? Где лом? Вот лом.
Вот это лом. Это лом? Нет, это не лом. Короче, будем тщательно искать. Вот лом. Нет, это... Стоп, это что? Сохранение. Лом. Лом, 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 лом. 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 Эй, лом, ты где здесь? Лом. Лом, пожалуйста, найдись. Лом. Лом, братан, лом. Ломчик, ломчик, ты где? Пожалуйста, скажи мне, ломчик. Пожалуйста, найдись. Найдись, лом. Ну, блин, ну как так-то? Ну вы что? Это что? Это я не знаю, что. Да, блин. Это прятаться, понятно. Это что? Так, я здесь вообще не помню. Блин, а я могу что-то использовать, как бы? Могу вот это сюда. Вот же лом! Он же у меня в руках. А что с ним делать, с ломом-то? А что делать с ломом, слышь? Игра, а что с ломом-то делать? Надо его куда-то использовать, куда-то лом. А куда, непонятно. Лом нужен для того, чтобы отпереть дверь, правильно? Нам нужно отпереть какую-то дверь. А какую дверь, непонятно, мы не знаем. Дверь, наверное, в цирк. Так, так, ищем что-нибудь, найдем, может быть. У нас лом есть, блин. Задание «Найдите лом в подвале», когда у нас уже есть лом. Это не тупость? Мне кажется, это полный тупизм полный. Так, это что за дверь? Это что? Это что? Подобрал цепь, я вроде бы уже подбирал когда-то, я уже забыл когда, но подбирал. Так, дверь ты закроешь, дуралей? Дверь закрой, слышь? Мне кажется, там робот идет. Вот, блин, робот, клоун, да что я несу, какой робот-то, блин? Клоун, это клоун. Так, ну куда его использовать-то? Мне нужна подсказка, но она работает только с интернетом, а у меня пока что его нет, потому что я не у себя дома. Ага, ладно. Ладно. Ладно, ладно. Ладно. Пропустим это место. Найдем другое. Это там клон ходит, дурак. Так, это... Так, куда? Налево, направо. Я что, по кругу, что ли, хожу? Не понял. Да зачем нужен лом? Да вот лом, чтобы отпирать двери, нужен, да? И какую нам нужно дверь отпереть, скажите? Какую нужно... Какую дверь нужно отпереть, ребят? Кто-нибудь знает? Вот в прямом эфире хотелось бы пройти эту игру, но я не могу. Не работает она в прямом эфире. Лом, бля. Нахер мне лом, нахер он мне. Зачем он мне, непонятно. Так. Так, сделаем так. Бляха-муха. Так. Прячься, блядь. Да что ж ты не спряталась, ты дебик. Опять. Вот почему я туплю в этой игре, скажите мне. Почему? Вот, наверное, сейчас кто-то из вас, наверное, все Волгусев знает, что нужно делать. Но я не знаю, но я не понимаю. Скорее всего, найдите лом в подвале. Я ее на... А тут что, галочки нет, найдите лом в подвале. Это вот это лом же? Правильно понимаю? Нету лома, нету галочки лом, найдите лом в подвале. Обычно, когда я прохожу «Найдите лом в подвале», там должна стоять галочка и следующее задание. Вот у меня лом. Правильно? Это лом. Но галочка не стоит. Типа я лом не подобрал, но он у меня есть. Что за бред, игра? Ты вообще что-то сумасшедшая? Скажи мне, ты вообще с ума сошла? Ты ненормальная? Ты вообще что ли... Ты вообще что ли офигела? Игра, ты что? Не испытывай мои нервы, игра. Ты ненормальная? Какая-то сумасшедшая! Хитрить твою шансу. Как всегда, какой раз уже я прохожу какую-то серию и не могу что-то сделать? Это и разработчики так... Я не знаю, что это за баг в игре. Найдите лом в подвале. Вот галочка, видите, справа-лево. Галочки не стоит. Типа я не нашел лом, но он у меня есть. Вот он, собственно, лом. Но его типа нет, блядь.
Блять, меня бесит. Бесит это все! Где? Это не лом может, это не называется лом, это что-то другое, что это такое? Что это? Что это другое вообще? Вот здесь лом, что ли, где-то. Какой-то другой лом нужен. Это типа не называется лом. Это как-то по-другому может называться. Может, это я туплю? Ересь. Ересь! Может, что-нибудь откроешь тут, а? Блять! Клоун, ты меня задолбал уже, серьезно. Уже не смешно. Клоун. Иди в жопу. О, бляха, муха, меня бесит эта игра уже, серьезно. Серьезно раздражает. Я хожу где-то там, но не могу найти нигде. Лом, но он у меня есть, но... Но на самом деле у меня его нет. Он у меня есть, но у меня его нет. Но это не лом. Или это не лом, но он у меня есть. Это лом. Блять. Это лом. Это лом, блядь. Где лом? Слышь, игра, где лом? Где лом? Нужно найти лом в подвале, но я не знаю, где лом в подвале, потому что я не могу найти лом в подвале. У меня есть лом в подвале, но я не знаю, где лом в подвале. Подождите. А если... А если... А если... А если цепь? Нам нужно использовать как цепь, чтобы найти лом в подвале. И как использовать цепь? Каким назначением она дана нам? Эй, цепь, цепь. Это не цепь. Это слайд. Так я могу цепь использовать? Да, могу. Бля, не подходи сюда, клоун. Заебал. Он не зайдет сюда, надеюсь? Не зайдет. Допустим, не зайдет. Это мои шаги или шаги клоуна? У меня вопрос. Так, как использовать цепь? Для каких назначений она нужна? О, опять ее подбирать, опять. Ну что ж такое? Просто это как-то уже все. Надоедает эта игра, пошла нам в жопу, я не знаю. Прямо сейчас, если ты знаешь, что нужно делать, напиши в комментариях. Напиши в комментариях, чел, пожалуйста. Ты. Кто ты? Не знаю, кто там. Скорее всего, Всеволод Гусев знает. Так, как использовать цепь? Может... Блять. Нажми ты. Ты что, издеваешься? Цепь, слышь? Я нажимаю... Это уже в игре еще. Я нажимаю, вот, смотреть, чтобы цепь взять. Но я не могу взять цепь, потому что я не могу взять цепь. Прикольно. Как я возьму цепь? Я нажимаю на... Бляха-муха. Так. За что? Вот за что? Зачем? 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 Так, получается... А, я же... Блядь, ты отвалишь от меня уже! Достал меня, скотина! Блядь. Заебал. Тупой клоун! Не дает мне ничего сделать нормально, блядь. Заебал меня. Когда отвалишь от меня уже? Где там эта цепь, блядь? Где цепь? Я забыл, что я начал... Где, блядь? Где дверь к цепи? Где она? Вот. Вот. Нет. Блядь, сейчас клоун придет. Нет, сейчас клоун придет, все будет хана. Где? Сука. Где, сука, дверь? Нет. Блять, это не то. Здесь был только что, блядь. Где дверь, блядь? Где, сука, мать твою, дверь? Вот она. Вот она. Бери цепь. Подобрал цепь. Цепь нужна для чего? Цепь нужна для чего? Вот если бы сейчас... Я мог воспользоваться подсказкой. Я сейчас могу воспользоваться вот этой подсказкой, но я не могу, потому что у меня нет интернета. Но я, конечно, могу сейчас себе сделать интернет. Это мне нужно, знаете что? Брать два... У меня второй телефон, на котором есть симка для интернета. Нужно переставить сюда. А если я переставлю сюда, то запись закончится, все, она уже как бы... И как бы все, запись закончится. Потому что когда я вставляю сим-карту в этот телефон, собственно, у меня... Мне нужно перезагружать телефон. А если я его перезагружу, все уже, запись закончится. Получается, что мы сейчас делаем? Скорее всего, я сейчас... Вот, видите, подсказка, бляха-муха. Сейчас.
Подсказка вот. Вам нужно. Это нужно посмотреть видео. Я вам, конечно, показывать не буду, это реклама. И для этого нужен интернет. Правильно? Да. Интернет могу использовать, я не могу его, нет, я могу сейчас переставить темку, но запись закончится и хана. Делаем так, значит. У меня, значит, я либо сейчас, кто знает, как пройти, пишет в комментариях. Если никто не напишет, я включу, получается, интернет. Рекламу не бойся, я вам показывать не буду. Включу интернет и что? И мы поймем, что делать. Будет подсказка у нас. Ну окей, ребят. Окей, ребят. Окей, надеюсь, окей. Сейчас перестанем играть. А то уже задолбало. Вам скучно уже. Потому что я делаю уже одно и то же. Задолбало мне это все. Где монстр? Давай, испугай меня, испугай. Где ты, блядь? Давай, где ты, монстр? Быстрее, 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 монстр. Пожалуйста. Ну, будь другом, а, ну испугай уже меня. Ну ты где, бляха, муха? Я тебя долго искать буду. Давай. Что это было сейчас? Ну что ж, ребят, всем пока. Давайте добьем 1000 подписчиков, потому что мне очень нужны эти 1000 подписчиков для того, чтобы открылась вкладка сообщества. И там я буду вам рассказывать все новости, всю информацию. А не буду в видео об этом говорить, как это тупо. А, он проснулся в больнице, понятно. Мы тебя любим, папа и мама. Я что, за ребенка, что ли, управляю? Не понял. Я что, в этой игре управляю за ребенка? Как-то это, мне кажется, странно. Управлять за ребенка в игре. Ну ладно. Всем пока.